безобидный венгер для городского использования. Такой маленький маникюрный набор. Накладки здесь фигурные, прозрачные, пластик. Что мы здесь имеем? Очень хорошие ножницы венгеровские. Как обычно, здесь маленькие зазубрины, то есть цепляют хорошо, режут вообще супер. Если взять и попробовать на листе бумаги, до сих пор слышно хруст при резке. Хотя ими уже перерезано очень-очень много, и проводов зачищено было, использовалось по назначению, и нет. Можно повесить на ключи элементарно, маленький такой вот инструмент для чистки ногтей, для пилочка для ногтей. Ну и еще один маленький, небольшой, но очень острый, хороший клинок. Ну и, естественно, зубочистка здесь уже давно у нас рассыпалась. Пинцетом я пользуюсь, он отличный, самый лучший у венгера. Ну, клинок. Зачем его точить, если он с минимальным сведением? Он вообще тут прям как лезвие, тонкий. Ни разу не точил со мной, только правился на коже. Для города самое то. Фирменная хорошая вещь. Однажды, проходя через рамку, меня попросили оставить его вместе с ключами, дабы не снимать кольцо. Вот это его оригинальное. Вот этот карабин я ставил из рыболовного магазина. Вот, ну и дальше вешал на ключи. Вот этого S-образного карабина, еще пластикового не было. Пришлось оставлять вместе с ключами. У охраны возвращался, забрал. Я думаю, охранникам было интересно на него посмотреть. Покупался также он в Луганске, в одном из магазинов, по какой-то очень смешной цене. В далеком 2013 году, по-моему.